Всем привет! В сегодняшнем видео будет делать небольшой кастом на Ford Focus RS. Будет он делаться в стиле Ken Block. Внизу вот здесь я оставлю вам картиночку. Вот. Будет что меняться. В основном будет меняться колеса. Задняя система клапана. Ставится спойлер. Меняться сам цвет машинки. Какие-то небольшие мелкие доработки будут по нему. Вот. А пока не забываем подписываться, ставить лайки, пишем обязательно комментарии. И приступаем к самой работе. Чтобы нам расклеить машинку, используем обычный шуруповерт. Ну, у меня стоит сверлом на 4,5 мм. И аккуратненько все это высверливаем. Далее мы просто аккуратненько снимаем и достаем всю внутрянку. Дальше мы будем сейчас снимать лакокрасочное покрытие. Ну вот у нас, видите, остались некие завесы синие полоски в ямках, скажем, лак плохо все-таки в итоге снялся. Да, все-таки средства надо будет менять. В таких случаях я использую обычные металлические щетки. Так, начну, наверное, самые жесткие. Быстренько проведемся. Она лишнее поснимает. Вот, сделал зачистку. Хорошенечко. Где получилось, поскреб ножичком вот такие вот места, в которых очень тяжело залезть. Например, сейчас сюда возьмем, аккуратненько красочку снимем. Вот бывают еще такие вещи, когда вот здесь вот в рамок окошки есть такие всякие разные после отлития, типа отлития. Вот, чтобы их убрать, использую обычную напилку. Приступаем нанесению грунта. Для грунта я использую, в принципе, обычный грунт в баллончиках. Желательно аккуратно наносить, потому что если слишком много грунта нанесете, то могут быть переливы по модели.
Так, в первой части мы нанесли черную краску. Сейчас мы будем наносить на эту поверхность бело-серым оттенком. Пока идет покраска, не забываем подписаться на канал, ставим колокольчики, также пишем свои комментарии интересные. Ленту. Такой у нас получился автомобиль. Довольно неплохо получился. В дальнейшем будет фронт работы, покраска фар спереди и сзади, и сбоку заносится декали. Также здесь будет пара декалей нанесена. Здесь будет второй спойлер. И считайте, что машинка будет готова.
ясенин декалей. Вот, сейчас мы покроем все это лаком. Начнем. Ну что, вот закончили мы полный процесс покраски, нанесения декалей. Сейчас будем делать сборку. Ну, а итог увидите сейчас. Также не забываем подписаться, поставить свой лайк и написать обязательно комментарий. Уважаемые подписчики, прошу вас подписаться на Яндекс.Дзен, ссылочку оставлю в описании внизу, и также на Рутуб. Все, жду вас там.